В Самаре наращивают темпы и объемы аварийно-ямочного ремонта дорог литой асфальтобетонной смесью. Дорожные работы начали на улице Осетинской. Это одна из центральных транспортных артерий в жилом микрорайоне Волгарь. В первую очередь в порядок приводят дороги Куйбышевского района, ведущие к новой поликлинике. Состояние дорог контролируется постоянно. При необходимости будет дополнительная возможность как добавления объема существующих контрактов в рамках действующего законодательства, так и возможность заключения отдельных договоров на данный вид работы. После оттепелей, заморозков, интенсивных снегопадов состояние отдельных участков дорог местного значения ухудшилось. Аварийно-ямочный ремонт считается поддерживающим и помогает устранить дефекты на транспортной сети при отрицательных температурах – до минус 15 градусов. Небольшая влажность аварийно-ямочному ремонту тоже не помеха. Более того, этот вид ремонта единственно возможный в текущих условиях. На первом этапе рабочие готовят ямы, придают им нужную геометрическую форму. Затем подвозится специальная установка, в которой литая асфальтобетонная смесь перемешивается и подогревается до 230-250 градусов. При такой температуре влага из ям выпаривается сама, а смесь застывает в течение 15-20 минут, не требуя укладки катком. Водителям не рекомендуется выезжать на свежеуложенный асфальт, иначе ремонт придется переделывать. Прекрасно, что ямы заделывают вовремя, потому что движение действительно здесь в последнее время, последний год-два сильно увеличилось. Автобусы пустили новые, да? Хорошо. Список мест, где требуется произвести поддерживающий ремонт, своевременно корректируется. Прежде всего, он пополняется с учетом постоянного контроля за состоянием улично-дорожной сети и выявления новых дефектов. Обследование организуется профильным департаментом и его подведомственным учреждением МБУ «Дорожное хозяйство». В актуальном плане работ 32 объекта дорожно-уличной сети. Ремонт произвели уже на нескольких из них, в том числе на улицах Льва Толстого, Красноармейской, Воронежской и других. Постепенно работами охватят еще 22 объекта в разных районах Самары. Александр Шугаев, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.